Добрый день, я столкнулся с такой проблемой на Opel Corsa D 2007 года выпуска. При замене свечей на новые бошевские, стандартная машина на холодную стала заводиться со второго раза. То есть как только несколько там, часов она стояла, пытаешься завести, либо заводится второго раза, либо с первого раза, но тяжело, да, если держать несколько секунд замок, ключ в замке зажигания. При этом, естественно, я бензонасос абсолютно исправный, он менялся там относительно недавно. И, естественно, я жду, когда он накачает этот бензин в топливную раму. То есть та проблема, что, дескать, не хватает бензина, она здесь исключается. И я вспомнил, что у меня эта проблема была еще в прошлый раз, когда 30 тысяч назад я менял также свечи. Проблема тоже была в начале. Для решения этой проблемы вам не надо ничего делать, она просто со временем пройдет, потому что компьютер, встроенный, да, в автомобиль, он настроен на стандартное расстояние между электродами в свече. И когда свеча новая, идет отклонение от среднестатистических параметров, и поэтому так себя ведет машина, двигатель при запуске. Проблема решится сама собой, просто вам нужно немножко поездить, свечи загрязнятся, немножко поизносятся, и все будет нормально у вас запускаться. Просто они слишком новые, слишком маленький зазор между электродами. Спасибо большое за внимание. Если вам понравился этот ответ на ваш вопрос, почему у вас заводится машина со второго раза, ставьте лайк, подписывайтесь. Спасибо.